Я тут жду, что на меня нападут. На меня, сволочи, никто не нападает. Дальше я что думаю, надо, раз не нападает, надо придумать, потому что куда-то энергию надо девать. И я деваю энергию куда? Во всякие страхи. Начинается война, уходят генералитические страхи, просто как будто не бывало. Почему? Потому что есть реально, надо находиться постоянно в естественном стрессе, и все это органично. Если вы переживаете большие нагрузки, ну, у вас там реально какие-то очень серьезные дела, там, проект в кризисе, там, еще что-то, у вас как бы были страхи, потом вот это вот в забой, да, никаких страхов, потом вышел и началось опять.